と思いますね。はい、はい、歓迎です。А я все нормально. Я пытаюсь найти мяч на поле через камеру. Thank you.
Вот эта игра в предыдущая в 10:30. Зависит от перерыва. Ну, желательно, да. Желательно в 10:40. А мы начали в 10:54. Ну ладно. Это было пораньше, короче, пойти. Просто потом сделать, короче, перерыв. В
Что, забили ему? Где мяч? Ноль, говорит, мячей, да? Где мяч? А, вон он с ним играет. Там был шанс ему вытащить или это? А я что смотрю, я вообще не только тупо мяч, я вообще не смотрю. У меня тут маленький экранчик, не похоже. Я вообще в экран не смотрю, я стараюсь вот смотреть по направлению камеры. Я знаю, я смотрю, что вы вообще так и отвлекаетесь на телефон. Мне надо сугубо, чтобы я его видела вот здесь. Я смотрю, что вы уже так тупо ла-ла-ла-ла-ла. Ну уже мужского. Ну там уже, я вот ловлю, чтобы я его тут видела. Не... Так плеваться будет, скажи, что за придурок с ним. И так будут плеваться, но это, да. Там кто-то вместо меня снимал, потом на меня жалует, что... Сейчас Витя будет помочь, я что с тобой? Нет. Очнись. Говорит, не я снимал. Один направо, один вот так. Ну и что, выходил? Не надо меня ругать. Самое главное фиксировать голы. Вот. Но камера широкоугольная, поэтому пол поля видно. Более-менее. Подожди, это были задания по истории, ты их написала, и все. И твоя история заканчивается или нет? Никита, я просил, какие замены? У тебя втроем все играют. 13, если там. Леша только вышел. Потом забили. Ну, Витя обещал. Как обычно. Миша меня. Не надо. Никто сказал, что он будет доволен. Побег. Еще до конца. Ну все, с Андрюхой будет разбираться. Лан расстроился. Нет, противник самый, одна из таких. Ну, нет, Кёльн это Витина, а вот Манчестер это вот они прям. Ну да. Чутка. Так бывает.
ну, всегда, когда особо там не сижу, там бывает, что болею, вижу, какая команда слабая, за эту я уже команду болею. Хотя Кёльн сильная сама по себе команда, вратарь, конечно, не очень, но... Вратарь, ты видишь, как... Не, он вообще в полевых. Не знаю, очень. Это если там прям вратарь был, и Витя очень, видимо, хотелось побегать. Так он вратарь. Я вот видеть то, что Андрей говорит. Ну, слышит. Слышать. А видит то, что вы снимаете. В моей ситуации так не работает. Тут слышно меня и... У вас слышно? Ну, да, да. Ну, как бы... Можем говорить. Свете. Как правило. Да. Ну, футболист я спокойно отключаю звук. Потому что все равно комментатора нету и. Ну, кто-то нас в свете слушает специально. Ну да, там. Потому что в свете обсуждаю. Нет, мы наоборот, это наоборот очень вежливо, очень корректно, чересчур корректное место. Парни, смена на нашем. Леша, Вася, давайте, сменка. Так а что за задание это были? И это четвертого, это после, это в четверг. До конца там мы сидим? Нет, это вторник будет, да? Одни часы? Ну ладно, я, может быть, даже попробую освободиться. Я вообще не собиралась. Я же когда села в машину, мне Андрей говорит, ты сегодня, мам, за меня столичь, снимаешь одну игру. Я говорю, это что за новость? Я удары. Выведи меня! Не знаю. Погоди, да, гол. Ну, вы если отсняли, так ты уже. Если видно было ворота в момент попадания мяча, то хорошо. Это надо на кого приближать, но вы понимаете, кто гол забил. Я просто приблизил, чтобы это не видели, те, кто там смотрит за экраном. Ну, там редактор потом зазумит. В принципе, это можно сделать всегда, только качество чутка подпортится. Не катастрофа. На прошлой неделе матч вроде как... На прошлой неделе мы отдохнули, вот это матч. Отснято, да, не очень, да. Но они есть. Ну, они есть, либо так, либо не так.
Ну что я могу сделать? Ну, да, чтобы мяч чаще был в кадре, чтобы он из него, не выходил особо. Нет, а я что хотел у меня в кадре. Тогда вы все делаете идеально. Тогда все я очень. Что, вижу, я всегда смотрю, так, дали мяч. Посматривая на мяч. Я когда вот их потеряю, то хочу их выключать. Я без очков не рискую, смотрите, экран поставил. О, глаза. Ну и так сейчас аллергия, и глаза и так. Не, так я не снимаю, не боятся так. А если я буду ходить что-то на поле и как-то водить пример на камеру, то они станут Все равно скажут об этом, не важно. Да, я не знаю, что не можно. Будет происходить. Это как-то редко здесь появляется. Раньше не Но если захочешь, какую-то можно тему подготовить и перед твоей зановкой дать тебе небольшую семинар-лекцию. Ну, короче, занятие можно провести. Вот. Я приготовлюсь, что оно будет. Вот. Или ты будешь сразу всю книжку прогонять. Ничего, бьет мяч. Ничего не поменялось. Тысячелетиями этой игры здесь ничего не меняется. Два один. Два один уже. Да, да, да. Я вам говорил, я тоже. Меня ужасно раздражает. Причем я вижу, что там аут, а они выносят из ворот, знаете, ну такие вот вещи. Я стою как бы, ну, жду аут, а они уже там голы забивают и так далее. Не очень удобно. Это вот, когда мы музыку не слушаем или не разговариваем между собой, еще по слуху можно понять, где мяч. Ну вот, а так не очень. Да, я уже жалею, что я не взял с собой никаких. Это платье с таким рукавом оденешь, и будет это. И вот это вот. Ну, будет вот так вот, да. Вот, типа, такого. Это же надо, это же уже шорты. Это же как разденется на пляже, это же как нет. Шорты, футболка, вот этот Женя загоревся. И помню, что уже тут белый, но здесь черный. Видите, уже в негра превращается, как и Ника быстрее, чем я. Потому что он так хорошо. Всю теорию повторять. Ты по книжечке возьмешь и будешь вот чисто книжечку прогонять. Ну, ладно, тогда тебе, по идее, там уже не нужен буду. Нет, и книжку, слава богу, не знаю. Я готов, ясно. Пока мы не забываем, что мы
Опять эти? У них этих. Тут есть три таких. Товарищи. Не нашей национальности. Вот они и особо там и забивают. Видимо. Вот это да, вот уже первый такой черный. Афара, юб, ну да. Я ведь тебя вчера еще придрёк, что говорю, он тебе где-то у меня сейчас три забьет, и второй еще два. Вот сейчас посмотрим. Выскочи их трое. Про двоих пока речь. Я второго не вижу. Один выше. Ну, намного выше. Повесили на парк. Вот этот вот. Вот этот вот черненький. Вот 88 номер. Да. Вот. Он забивал, да, это конечно. Ну вот, вот. Про него было три мяча. Вот тут он два точно, по-моему, забил. Он что? Мы еще же не это. А, боже, а чего, Париж, можешь проверить? Ну, наш Андрей пишет статистику внизу. Хорошо, хорошо. Так. Ну вот, да. Первый и третий этот забил, да, 88? Ну, первый забил, да, Афар, а второй Дживага забил. То есть они по одному пока что. Ну ладно. А третий ваша ехала? Не, есть третий гол, просто его забил еще Кузнецов, это не подходит, либо Мир Кузнецов. Очень солидно, что он марокканец. Ну, типа, все такие футболисты. Не, вообще впритык не понимаю, где футбол. Ну да, да, я не ожидал никогда, наверное. Не ожидал такого. Вид спорта, который мне абсолютно непонятен и не нравится в моей работе. Мне отец два в одном, и футбол, и рыбак, поэтому, видимо, меня обошло стороной, принял удар на себя. Потому что я и к рыбалке спокойно отношусь. Что? Да, 30 минут. Да, и это дороже в итоге получилось. Ну да. Ну не помню, там был турнир, на котором было 2 по 30, и Андрей, я так понимаю, решил оставить 2 по 30. Посвисти уже, где ты? Назад? Вообще, где это? А вон. Назад? А у тебя вот он начался, а потом только у меня был.